Всем привет! Привет! Вот мы тут впереди сидим втроем, видали? Расположились. Да, расположились все толпой. Очень. На 1 час. И едем мы, я так понял, за покупкой газонокосилки. В строительный магазин. Называется магазин Лоус. Что? Мне раньше было смешно, что мы возле покупки новой все собираемся. А сейчас думаю, ну так и надо. Что-то купили все вместе, порадовались, да, всей семьей. Жучок. Жучок это. Немецкий. Volkswagen. Немецкий. Я их обожаю. Они такие дорогие, кстати. Я хотела себе такого жучка. Но решила, что это овчинка выделки не стоит. Поездила на Хонде уже. Да. На двух дверей. Хочу просто. Подъезжаем к строительному магазину. Сейчас все увидите. Снимаешь, сказал, газонокосилка, смотрите. Вот такую наш зять хочет себе купить. Вертолет целый, а не газонокосилка. Это вот управление ручками, да? Стоит 2899, а это 2999. Потому что зелененькая, она дороже. Нет, это в том деле. Да я шучу. Так, такие колеса интересные. Ага. Как-то же управляется она, да? Тяги рулевые, нет? А, нет, да, есть рулевые тяги. Ну-ка. Так. Ага. Просто так же не повернешь? Нет или нет? А как они управляются? Что я не вижу. Не знаю. John Deere. А это Craftsman. Это USA. Это противоугонные, видите, тросы. Замок открывает. Девушка открывает замок. Вот эти рычаги управления. Интересно, сейчас как он поедет. Собирается ехать домой на этой газонокосилке. А мы поедем за ним на автомобиле. Сейчас все посмотрят, где этот прикол. Ручник, наверное. Погнал. Учится ездить, пока еще не умеет. Быстро научился. Что это кольцо? Come on. Поедем сейчас на машине. Вон, дочка сейчас подъедет. Вот он, поехал на домой на машине. На новой. Газонокосильщик. У него... Я не могу. Я в магазине, представляете, мне когда сказали, что он поедет домой на газонокосилке. Я сначала не поняла,
Потом начала смеяться, как сумасшедшая, я думаю. А я думала, это шутка? Я тоже подумала, что это шутка. Потом говорю, а меня сейчас кто-то на камеру снимает? Я говорю, это, наверное, какая-то шутка. Говорит, нет. Я когда поняла, что он реально поедет на газонокосилке, я бегала. Вот он, погнал, красавчик. Посмотри, дади. Look at daddy's driving the lawnmower. Yeah, and he has a seat to sit on. Да, ребят, по тротуарам поехал Джаред. Это к тому, кто-то говорил, что на велосипедах нельзя ездить по тротуарам. Да у него колесо что-то. Да, больно едет. Ты притормаживаешь? Притормозили, ждем. Вот сейчас свалится с этого, как его называют, с бетонной дорожки. Нет, ничего, попадает. Еще говорит, быстрая она. Джон Дип называется. А, Джон Дир, Джон Дир. Пошел на обгон наш. Погнал! Поехали потихоньку. Ну, а что ты раньше не разбиралась? Я даже не знаю, где это. Не ломается, типа? Я... Наверное, хочет, чтобы его постраховывало. Ну, наверное, ну, есть, да? Сзади. Включи поворот правый, как хотя бы. И фигарь за ним. Может быть, там, на этом, да, ничего на ручке? Страшного, я не знаю. Вот она. Все, погнали. Алекс орёт, дади. Дади, I love you. Алекс. Вот такие приключения тут происходят. У нас грозная это доча. Пофигу, я буду так делать, как я хочу. Ну, если кому надо, меня могут обогнать. А мне спокойно. Ну, я мужа подстраховываю. Что, я должна его бросить, что ли? Он меня не бросит, и я его не брошу. Он должен чувствовать это, да? Да. Мне тут едут меня, обгоняют, зырят на меня. Дальше зырят, мне какая разница? Сквайр бегает. Как-то быстро довольно-таки едет. Ну, 10 миль чуть, нет, 5 миль. Yes, Мами, посмотри, белка, смотри, едет. Yes, I saw this squirrel too. Ну, смотри уже, как едет, просто по уже. Ну, он сейчас спускается же, мы на спуске. Ага. Уже натренировался. Эй,
электрический комплекс. Продолжаем двигаться мимо университета, сейчас едем. Стоянка, да. Вот, мы машем ручкой друг другу, как будто не виделись. Ну, значит, все в порядке, это же не только означает виделись, не виделись. Ну, надо проехаться тут быстренько. Тут круговое движение. Эй, okay. Hey. We're gonna go! Эй, на квартиру поедешь. Ой, он Джаред едет на своей газонокосилке. Ждал я его минут 10, наверное. Ну, скорость где-то 7-8 миль в час. Это примерно километров 12. Вот он какой гордый за свою новую покупку, довольный. Сейчас будет газон косить. Колесо что-то колбасит ему. Хай! Пошел сразу косить. Молодец! То есть ничего не смотрит, не смазывает, не подтягивает. Купил и попер. Ну вот это дело. А то купишь, блин, потом собираешь ее полдня. Good, Jared! Красавчик! Прям махом косит. Ну, он поэтому ее и хотел, чтобы экономить время. Потому что ручное уходило времени раза в 3 больше. Да, классная газонокосилка. Например, мебель покупали, продадут нам конструктор, и потом собираешь его по полдня. И мне это сейчас вспомнил. Почему? Потому что, ну, человек приехал, проехал на ней километра, ну, наверное, 5 километров, может, чуть больше, сразу сходу пошел косить. Моя недовольная. Зато как быстро! Джаред прям на лосо все выкашивает. Ну, он купил для экономии времени, я уже говорил. Ну, так он сядет, выйдет 3 часа это или 4 газонокосилки. Ну, 5 минут уже такой кусок, куска нету. Таких же приезжают эти наемные, которые. На нашу соседнюю дорожку можно помонтировать. Че-че? Ну, хоть бы соседу не намонтировал. Так надо подмести, да и все. Ну, молодец. Он, наверное, раньше ездил уже на такой, да? Так он со своим дедушкой, он с 11 лет... Работал, косил газон, да, за деньги, он работал с 11 лет. Молодец, Джаред. Камни зацепил. Так можно нож сломать.
сена для этого, для... Для кроликов. Для кроликов, да. Слушай, надо кроликов заводить. Почему нельзя держать? Потому что в городе, в черте города находимся. А. Да вот ферма можно, а нам животины нельзя. За... А это надо все убирать в мешки, да? Ну, он специально мешок не купил, потому что... Вот это, где? Вот дочь недовольна, потому что соседу накосил. Алекс будет косить. О, сейчас баба подметать будет. Наташа, you listening to me? No. I said, тут все чистое. Наш внук сказал, ты что? Не знал, что ли? Сейчас баба все уберет. Надо мешок. Вот смотрите. Трава вылетела на дорожку, а он проезжает и выдувает ее назад. На траву. На газон. О, Алекс сел. Вау! С малых лет приучает. И куда они поехали? Гараж! А что здесь не сдует? Ну вот она, чудо-машина. Всем понравилось. Вся быстрая. Вот. Ну еще надо подкупить к ней мешок. Ну что, говорите. Покупка понравилась? Семейка. Любовь, короче, у них. Давай. Деда, деда, баба. Большой сэндвич, говорит наш внук. Жерри, лайк? I like very much. Ну, видели? Ну все, good. Очень хорошо. Очень хорошо, всем пока. Всем пока.